Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 5 июня 2023 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется Василианс Кристина. Я рада приветствовать всех своих подписчиков и гостей моего канала. Итак, я решила поучаствовать в совместном проекте «Лето цвета». Организатор Людмила «Мое вязание и жизнь». Людмила Красноперова. И этот проект будет проходить с 1 июня по 31 августа, вступление до 15 июня. Отчеты раз в две недели. 6 должно быть отчетов и итоги за 3 месяца. Можно вязать недовязы. Итак, я написала список, что я хочу связать. Это довязать, получается, майка из итальянской пряжи, натуральный шелк. Это вот такая вот ниточка. Это натуральный шелк итальянский. Я его вязала в том году, а потом забросила, потому что пошли заказы. Для меня заказы это важнее, чем я. Поэтому это моя разработка. Я рисунок придумывала сама. Буду вспоминать, не помню, каким крючком вязала. В Инстаграме у меня есть видео. Надо будет там просмотреть и или 2,5, или двойка, или 2,5, или тройка. Второе мое изделие, это называется 4 квадрата. Два квадратика связаны уже. Они выглядят вот так вот. Два уже квадрата связаны, осталось связать 2 квадрата. Хочу в этом году, конечно, поносить. Это пряжа Нака и Стива. Здесь 50% значит, хлопка, 50% бамбукового волокна. И нужно использовать крючок 2,5 и спицы 2,5. Не помню, какой крючок использовала, тоже буду смотреть в Инстаграме, поднимать свои фото и тому подобное. Значит, следующее, это игрушка-лягушка и жених и невеста. Это вот такая вот пряжа. Леонард Джинс, я в том году вязала таких лягушечек и хочу сейчас их подвязать. Это новое, получается, это будет не довязы, а это будут новые игрушечки. Значит, номер цвета 69. Это настоящий лягушачий цвет, как я говорю. Потом написала пятая майка на итальянской пряже. Это вот эта вот пряжа. Это тоже, получается, бобинная пряжа. Я просто перемотана. В том году вязала образец, он мне понравился. Это лен, но он такой мягенький, классненький. И при, получается, при стирке он прям раскрылся. Классный стал, еще мягче. И, получается, у меня написано «летние слитки», но я передумала, так как сейчас жарко, я выхожу на ярмарки, у меня есть рафия пряжа, и я вот в том году вязала, хотела панаму себе связать, но вот у меня это как бы донышко, и вот у меня все остальная пряжа, я ее перематывала вот так вот. И, конечно, в таком виде нужно вязать, так лучше получается, плотнее и ровнее. Тоже не помню, каким крючком вязала, но вспомню. Наверное, троечкой. Так что отчеты должны быть. Первый отчет с 9 по 11 июня, второй отчет с 23 по 25 июня, третий отчет с 7 по 9 июля, четвертый отчет с 21 по 23 июля, пятый отчет с 4 по 6 августа, шестой отчет с 18 по 20 августа и итоги с 28 по 31 августа. Итак, получается, в этом месяце я вообще участвую в 3 совместных проектах. Это совместный проект «Лето цвета», второй совместный проект – это «Трио старты», и третий совместный проект называется «Рукодельная мастерская 2023. Месяц финишей». Так что подписывайтесь, в инфобоксе будут все девочки. Ставьте лайки и не забывайте обо мне. Так что на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, и нужно ее прожить достойно. Всем пока-пока. Ваша вязальщица Кристина.